Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife. Перед вами модель Xiaomi Redmi Note 2. Есть уже обзор у нас на сайте. Отлично эта модель продается. Очень популярный смартфон. Решил записать очень короткое видео для наших клиентов в первую очередь, чтобы показать, в каком состоянии, в каком виде они смогут у нас приобрести эту модель. На данный момент Xiaomi Redmi Note 2 можно купить у нас с самой актуальной версией прошивки. Это сборка MIUI Pro, это прошивка MIUI 7 версии, это еженедельные сборки выпускает компания Xiaomi. Прошивки самые стабильные, самые надежные. В отличие от заводской прошивки, здесь, во-первых, есть полноценная русификация. На выбор пользователь сможет выбрать себе язык как русский, так и украинский, что радует. Здесь полностью все меню переведены на русский язык. Листал, искал по всем настройкам. Не получилось у меня найти какие-то недопереведенные моменты. Все на полноценном русском языке. Вот в этих всех местах, вот в этих всех местах. Ну, полностью, все полностью переведено. То есть это уже такая прошивка для рынка Украины, России. То есть полноценный русский, полноценный украинский язык. По поводу 3G, естественно, 3G работает. В основном у нас в продаже GSM-версия с поддержкой 3G. Еще один момент, на который бы хотел обратить ваше внимание, это тест батарейки. В основном обзоре есть информация, есть проблема с зарядкой, с тем, как держит этот смартфон батарейку, автономность работы. Очень многие говорили там: установи MIUI Pro, увидишь в два раза больше автономность и так далее. Ну вот установил, и чтобы этот момент посмотреть, и чтобы наших клиентов порадовать, что у нас можно купить Xiaomi Redmi Note 2 с самой актуальной версией прошивки. И сделал заодно Antutu тест, прогнал его. Во-первых, зарядил смартфон, как всегда, на максимум, за ночь он там зарядился, 100% полная зарядка была. И показал он у меня 4829 баллов. Что можно сказать про этот результат? Этот результат где-то баллов на 400-500 выше, чем с заводской прошивкой, что уже очень радует. В принципе, теперь эта модель как бы еще лучше в плане автономности. То есть эта прошивка работу автономности улучшила. Поэтому это однозначно плюс. Но если говорить в глобальном смысле, то хоть с заводской прошивкой, хоть с MIUI Pro сборкой, Xiaomi Redmi Note 2 батарейку держит хуже, чем те же Lenovo Catry Note, Meizu M2 Note и так далее. Но с этой прошивкой вы, если влюбились в этот смартфон, если он вам очень понравился, вы еще больше сможете наслаждаться, еще дольше, без подзарядки. Поэтому с этой прошивкой все отлично в плане автономности, лучше, чем было раньше. В принципе, все, коротко рассказал, коротко показал. Play Market, само собой, предустановлен. И еще, все клиенты, которые приобрели у нас Xiaomi Redmi Note 2 с прошивкой заводской, с частично русифицированным меню, можно смело обращаться к нам в онлайн-чат на сайте, и мы подскажем, расскажем, дело 5 минут, как прошить эту прошивку. На этом все. Спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, заходим в группу, покупаем Xiaomi Redmi Note. Это очень крутой смартфон. Всего доброго!